Нет, слушай, мочевого пузыря не чувствуется, как в тот раз вообще шарик был. Это кто у нас? Это, походу, девочка. Да ладно. Нет, подожди, почему он вроде мальчик? Да, это все-таки мальчик по характеру. Как раз тоже мальчик. Что, давай пулем его, что ли? Он у нас маленький. Бедолашка. Слушай, укол больной. Предупреждаю сразу. Да вот это лучше как-нибудь уложить. Положи его тогда. Нет, я его не положу, я его закручу. Ну давай. Укол больной очень. Я его держу.